Ты у меня на мушке. Если нас нагонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его вызову. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Он еще! А, черт! Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь! Только оторвись от них! Это, по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все! С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Болли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Спасибо не скажут. Уже минус три тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Похоже на то. В следующий раз возьмем больше ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс узнает об этом, он им такое устроит. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Западный портовый мост. Давай туда. Разведен, да? Ага. Мы успеем. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись! Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Отлично, уже близко.